Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Nissan Murano Z51 2010 года. Снимал я на нем клемму аккумулятора, и после этого у меня стеклоподъемник водительской двери перестал вверх поднимать на автомате. Приходится клавишу держать рукой, чтобы закрыть окно. Посмотрел, оказывается, можно это вылечить. Сделать, скажем так, обучение путем того, что включаем зажигание автомобиля и поднимаем стекло до конца вверх. Ну, давайте, наверное, просто покажу сразу, как. Сам еще не пробовал, но сейчас попробуем. Сейчас продемонстрирую, как она работает. Вниз она до конца уходит, а вверх она не хочет. Поэтому мы ее поднимаем до конца вверх и держим 5 секунд. 3, 4, 5. Теперь мы опускаем до конца вниз и держим 5 секунд. 3, 4, 5. Поднимаем опять вверх. И держим 5 секунд. Все, заработало. Манипуляция получается несложная, но удобство приносит. Я так думаю, такой сбой бывает на разных автомобилях. Поэтому, если у кого-то это произошло, можете смело делать. Всего вам доброго, друзья!